Ребят, всем привет. 3 мая 2022. Я нахожусь в Седале, штат Миссури. И вот сейчас мой брат будет коптить рыбу горячего копчения. Самодельная коптилка простейшего типа. С нержавейки сделан короб. Это, достаточно это большой. Раковина. А это с чего сделано это? Раковина с нержавейки. А, это раковина от кухни. С нержавейки. Он просто вот использует ее. Ну, здесь просто заглушку сделал, там где дырка сливная была. И для копчения использует это, что за гранула? Это дубовая гранула. Дубовая гранула, вот такая прессованная. Специально. Да, специально для копчения. И вот видите, под этот размер сделана печурка. На нее будет сейчас ставиться вот этот короб. Сейчас сверху на гранулу брат поставил противень, укрытый фольгою, на нее будет капать жир, чтобы не было горечи, да, вот жир будет стекать именно на этот противень. Чтобы потом не отмывать. Да, чтобы противень не отмывать, в общем, это намного дешевле, да, фольгу выкинул и все, загрязненную. И все, решеточка сверху ставится. Ну вот сама печка, смотрите, сделана с отходов. Уголки это старые кровати распиленные. Вот такая дверь тоже, не, наверное, крышка от бочки похожа на то. И здесь как раз пазы, видите, сделаны опять же с этих уголков. Дно сознательно сделано такое дырявое, опять же с кусков, видите. То есть не надо никаких колосников, это дрова. Вот они горят, получается, поддуваются как раз снизу через эти щели. И все. И вот в эти как раз пазы тот ящик и вставляется. Все очень просто. Ну и крышка вот, ребят. Вот крышечка. Тоже опять собрана со всяких, с отходов какие были. Рукоятки с мебели, наверное, с какой-то в виде перцев. Смотрите, какие горячие перцы. И трубочка для выхода дыма. Ну, ребят, ну, затопили мы дровишки. Ничего необычного нет здесь. Чищенная рыба у нас. У нас здесь крапи и white bass. Речная рыба трофейная. Покажи, Вадим. Вот это white bass. Грамм 350-400, наверное. 400 грамм примерно. И крапи. Это все спортивная трофейная рыба. Очень высокого качества. Очень красивая, сильная. Хищники ловятся в основном на малька. Либо на джиги. Ну и все. Они были выпотрошены. Чешуя не снималась. Естественно, не нужно это делать. Только потрошенные и просоленные. Сколько они пролежали, Вадим, в этом? 30. И крутой, да, за посолки? Хороший. Да, крутой, да, посолки. Хороший. Все, видите, все. Брат не просушивает даже их. А иногда люди просушивают, вынимают из ропы. Он не просушивает, ложит просто так, как оно есть. Они. Вот еще один, видите, бас. Это... Рыба очень вкусная, и крапи, ну они в принципе к одному отряду относятся, просто разные виды. Видите, насколько красивая, даже сейчас уже мертвая рыба, да, и посмотрите, какая она красивая, красивейшая рыба. Чем-то похоже, крапи похожи на наших лещей, но более прогонистое тело у них, и ну костей практически нет у них, в отличие от леща. Мясо, в принципе, такое же по вкусу, вкусное, как у леща, но нет костей. И ни в крапе, ни в басе. Все уложено на противень. И сейчас будет ставиться противень на огонь. Все закрывается этой крышкой. И что дальше у нас? Сколько она стоит примерно на... Вот эта трубка специально сделана. Чтобы дымок уходил, да? Да. По ней засекаем время. А, то трубка, она сигнальная трубка. То есть, насколько я понимаю... Сейчас через 5 минут примерно начнет гореть.
кружка. И пойдет дымочек. Дымочек пошел, засекаешь время. 40 минут, 35-40 минут рыба готова. Ну окей, что, потом ты тушишь огонь или что? Ничего. А, просто снимаешь, окей. Да, крышку открыл, рыбу забрал. Все. Я думаю, снимем эту крышку. Да. Ну и вот все, процесс пошел. То есть мы сейчас дожидаемся того, чтобы с трубочки сигнальной пошел дым. И с того момента мы засекаем время копчения. Рыба будет горячего копчения. Да, прошло 40 минут, ровно 40 минут после закладки. Дымок идет. Да, дымок еще идет. Ну и все, открываем. По уверениям хозяина, рыба должна быть готова. Ну, посмотрим, ребят. Красотища. А запах, ребят. Все, рыбка горячего копчения готова. Остынет через 2-3 часа, будет просто супер. Все очень просто, видите, когда умеючи. Супер. Все, ребят, спасибо за просмотр. Часть рыбочки, ну, несколько штук, скорее всего, поедет в Калифорнию. Как подарок от нашего дома вашему дому. Да, брат? Вот такая красота. Ну, а большая часть здесь останется, естественно, для внутреннего потребления, так сказать. Ну, такая красота и вкуснота.